Всем привет, дорогие мои, с вами Клана Ваана, проект Фаберлик Онлайн, и у нас с вами новинки 8 каталога 2023 года. Новиночек будет много, не только 8, но и 7 мне еще пришли новинки, да, все вы знаете, что они задерживаются, и новинки 7, новинки 8 бывает. Итак, первое, что бы я вам хотела показать, это такую воду, женский и мужской аромат, оба аромата мне очень понравились. Так, во-первых, женский аромат, он очень нежный, клевый и классный, я прямо одобряю, и прям вот самое-самое то на лето, он прямо... Вот по сравнению с пробником, он вообще по-другому раскрылся. Поэтому не знаю, буду ли я еще пробники заказывать, потому что пробники реально отличаются от воды. Они отличаются кардинально. Тут намного вкуснее, богаче, лучше вкус. И если там, ой, что-то вкусненькое, цветочное, то тут прямо бомба. Мне очень понравился этот аромат. Парфюмерная вода для женщин. Артикул 33-35. Цена 2000 рублей. Объем 50 миллилитров. Мужская, кстати, 100, а женская 50. Ткань у нее... тоже очень-очень шикарные получается. Это действительно озоновая свежесть. Перемешку, да, вот с чем-то с таким, да, с перемешку с ромашкой. Истинная чистота рождается в ароматах кувшинки зеленого чая и наполняет энергией ноты кедра, сандала. Ну, кедр, сандал, честно скажу, я не очень услышала, есть чуть-чуть где-то отдаленно. Но это такая свежесть, легкость, мягкость. Это просто что-то невероятно клевое. Очень понравилась и мужская, и женская вода. Мужская вода мне запомнилась чем-то тоже кедровым. Елки, кедр, вот что-то такое. Да, древесно-кедровая, скорее всего, водичка. Парфюмерная вода для мужчин It's Clear. Что тут указано? Грейпфрут. Да, я его почувствовала. Свежая зелень есть. Пряность душистого перца не почувствовала. В общем, мой нос почувствовал реально елочки, шишечки, вот что-то такое вот, да, кедр, что-то такое вот, грубоватая свежесть, озоновая грубоватая свежесть, еловая какая-то, вот прямо, ну, один в один, вот, очень вкусно, кстати, очень приятно, мне понравилось. Артикул 32-63, вот такие новинки. Причем это у нас с вами не только эра гармонии, да, мужские и женские ароматы, которые между собой сочетаются, да, можно пользоваться парными ароматами, это еще и экологично. Колпачки сделаны из пробкового дуба, которое самовосстанавливается без вреда для растения. Крышки и флакон подлежат повторной переработке. А в пеналы парфюмов заключили живые семена растений, которые могут прорасти в земле. Итак, это для меня, конечно, шок. Сейчас у меня такая вот... очень интересная такая биоразлагаемая упаковочка. Тут написано: шаг первый, положите коробку. Шаг второй, полейте. Шаг третий, ждите растения. Какое растение, к сожалению, нигде не указано. Сейчас для VIP-ов аннотации на сайте о продукте нет. И я не знаю, какое оно будет. Не поняла, можно ли вот эту коробочку внутреннюю садить. Может быть и можно, может быть и нельзя. Но вот это, она прям, видите, у нее ткань такая, как будто вот тряпичная какая-то даже немножко. Она такая мягкая-мягкая. И я так понимаю, что нужно вот так вот сделать, положить в горшок, да, и что-нибудь да вырастет. Так, растение, да, то есть вот зернышко, раз, два, вот я вижу, два, вот три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, вот вижу, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, 25-26, ну вот где-то около 30 зернышек, я так понимаю, в каждой пачке. Ну где-то я что-то еще не досчитала, потому что там и внутри есть эти зернышки, и снаружи есть эти зернышки. Ну, будем смотреть сейчас с вами, ставить опыт. Так, ну что ж, садить так садить. Раз компания Фаберлик сказала садить, будем садить. Так, посадим обе коробки в один горшок, я так понимаю. Сыпали уже керамзит, нашли горшок дома, слава богу, был. Отлично все, да, я так понимаю, вот так вот их надо класть сюда. Я положу их, наверное, вот таким вот образом в землю и засыпаю землей. Так. Значит, насыпаю. Это специальная цветочная земля, куплена в магазине. У меня дома очень много цветов. Думаю, еще можно, да, подсыпать или уже не нужно. Вот так вот, значит, покладем. И вот так вот. Ну и будем смотреть, что выросло. Так, и давайте еще сверху землей засыпаем. Я думаю, что я сначала хотела поставить коробку, но думаю, что со дна семена они не прорастут. Поэтому надо класть кверху. Вот таким я еще в компании Фаберлик не занималась. Приюты перечисляла, все делала. Так, ну все, я думаю, хватит. Будем с вами поливать. Мне кажется, надо хорошо на первый раз пролить. Вот, бумага, скорее всего, там будет растворяться, потому что она, знаете, такая... ой, прям целлюлозная такая, нежная очень.
Мне кажется, она вот как удобрение там в горшке. Так, ну все. Польем получше на первый раз. Видите, какой длинный поливальник. На свинякали, конечно, но ничего страшного. Сейчас будут остальные новинки. Все, домашний огород. Цветов у меня реально много. Поэтому так. Красота. Все, будем ждать. Так, не знаю, следующая новинка менее удивительная. Это с аскрабирующим эффектом варежка-мочалка бамбуковая. Она делает микромассаж и, конечно же, профилактирует целлюлит. Удобно в использовании, не соскальзывает с руки, благодаря резинке на запястье. Делает кожу идеально гладкой, мягкой. Состав сизаль, бамбуковое волокно, размер 22 на 11, размер 910-441. Стоимость, конечно, бомбезная, очень дешевая мочалка. А на мой взгляд, она будет крепкая. Если она будет не крепкая, да, дорогие мои, то я вам обязательно в пустых баночках про это расскажу. Я рубрику «Пустые баночки» не отменила, да, помните, я хотела ее отменить, но не отменила по той простой причине, что очень много средств нужно сначала протестировать от начала до конца, чтобы понять, как они действуют, как они работают и так далее, да. Вот такая вот очень грубая мочалка, прям наигрубейшая, вот, держится действительно очень хорошо. Ну, на мой взгляд, она очень грубая, да, ну, это еще подойдет для тех, кто не любит скраб, да, то есть я скраб очень люблю, но есть те, кто не любит, и, конечно же, такая мочалка, она и внутри вроде бы такая жестковатая, но мягковатая, да, а снаружи так вообще грубиянка, и с собой удобно брать, маленький размер, что-то типа мочалки, очень грубой мочалки, артикул 910-441, я не люблю долго тратить время, поэтому я люблю сразу двумя руками, поэтому, пожалуйста, сюда капнула, надела и поехала массажироваться. Приходит в таких упаковках, подойдет, знаете, даже для чего подойдет? Для того, чтобы положить в какой-либо подарок, тоже будет прикольно. Я помню, мне как-то раньше сестра моя старшая подарила такую мочалку и в нее положила 1000 рублей. Раньше 1000 рублей, это была просто бомбезная сумма, и я пошла мыться с этой мочалкой. Я уже была рада этой мочалке, потому что я любила всегда за собой ухаживать. И вы представляете, когда я сую руку и достаю оттуда 1000 рублей. Это было просто шикарно. И я в ванной стою, как заору: Таня, спасибо. Ну, я знала, что она была дома. Мы жили до этого вместе. В общем, получилось очень-очень прикольно. Далее полотенце. Пока листала каталог, наткнулась на магния хеллат. Это самая усвояемая форма магния. Для чего он нужен и все такое прочее. Тут в каталоге очень хорошо написано. Защита от стресса получается, да. Магний можно пить всем, как говорит мой доктор. И можно пить на постоянной основе. Его можно вообще не прекращать пить. Его можно пить пожизненно. Вот, я заказала пару баночек. Была опечатка для вип-консультантов. Там был какой-то чай с нигири. Я заказала пару пачек чая с нигири. Но пришло мне вместо чая с нигири магнезиум хеллат. В общем, интересно получилось. Он способствует снятию мышечных спазмов и судорог. Также он поддерживает нервную систему, мышцы и сердце. Он способствует повышению устойчивости организма, стрессу и, конечно же, укрепляет сон. Вот такой вот магний. Врач мне говорит, можно и детям, и всем. Да, вот остается, видите, такой беленький налет. Поэтому допиваем магазинский. У нас есть магний-цитрат из магазина. И будем пить магний хеллат. Заказала пару штучек, позвонила сейчас родителям. Родители сказали: Аня, у нас еще 4 банки, отстань от нас со своим магнием. Я все хочу, чтобы они все у меня пили, а они то пьют, то не пьют. В общем, такие хитренькие. Артикул у него идет 158.01, 60 таблеток массой 1100 миллиграмм. Принимать нужно по 2 таблетки в день во время еды. Его можно и на голодный желудок, и всяко разное можно, если честно. Увеличиваю, да, состав. Магний, содержание в 2 таблетках магния 400 мг, да, миллиграмм. Да, уровень суточного потребления идет 400 как раз таки. Процент от уровня суточного потребления 100%. Ну, шикарно, ребят, шикарно. Пейте, будьте здоровы, магний, это очень-очень важно. Особенно, я считаю, что будет классно это дарить на подарок. Потому что от содержания магния в организме реально зависит срок нашей жизни. Вот так вот, потому что мой врач мне очень много рассказала про магний, про дегидрокверцетин, и я поняла, насколько это важно, и вся моя семья магний
пьет. Вот, скоро перейдем, вот уже получается на эти баночки, на Магни Фаберлик. И скажу больше, я еще 10 штучек заказала. Потому что если его можно пить пожизненно, а мы его пьем уже более 2 лет ежедневно, этот магний, то в принципе я вам могу сказать, что это важно. Это важно и нужно. И теперь он есть в компании Фаберлик. Вот такая красота. В следующем каталоге у нас будут дариться полотенца. А вот эти вот новинки. Поэтому, конечно, об этом нужно поговорить побольше, получше. Для чего? Для того, чтобы вы знали, что вашим новым консультантам будет дариться. Вот такие вот супер полотенца. Страна производства Турция. Я думаю, Турцию сейчас нужно очень-очень поддержать в связи с бедой, которая там произошла. Масштабы беды — это просто нереальные масштабы. Они протестированы международной системой тестирования и сертификации стильных материалов. Подтверждено в соответствии с самым высоким требованием и качеством безопасности прохождения успешных испытаний на отсутствие вредных веществ и субстанций. Ну, слушайте, шикарно. Компания Фаберлик опять выделилась. Тут идет полотенце банное и полотенце для лица. Еще в прошлой серии было несколько полотенец для рук, маленькие такие, но тут вот нету в этой коллекции, да, тут 2 вида полотенец. Полотенца для лица все 50 на 70 и полотенце банное 70 на 140. Цвета, конечно же, совпадают, и сейчас мы их с вами будем смотреть. Насколько я вижу, цвет не совсем совпадает в каталоге с цветом, который у меня сейчас в руках. То есть тут более фиолетовый, на самом деле он более такой голубой, даже немножко пыльно-голубой, да, а тут такой лилово-голубой, да. Вот видите, первый цвет у меня не очень совпал, но сейчас будем с вами все смотреть. Так, каталог откладываю. Это, кстати, еще мне пришло на подарок. Одно мы с вами посадили чудо, а это пришло на подарок. Не знаю, вот я подумала, может, его надо было ножницами раскрошить и вот так посадить. Но вот почему-то я так посадила. Ну ладно, вырастет так вырастет, да, как говорится. Итак, смотрим. Одно я уже раскрыла, мне очень хотелось посмотреть плотность, очень хотелось посмотреть качество. Такое вот клевое полотенце, это 70 на 140. Состав у всех полотенец 100% хлопок. Сейчас я вам увеличу. Артикул 910-457. Очень нежное такое, молочный такой, приятный очень цвет. Ну, слушайте, шикарно. Себя оберну я легко. Да, длина тоже нормальная, то есть можно себя обернуть. И качество тоже великолепное, да, как вы видите, с обеих сторон. Они идут слегка потоньше, чем предыдущие, но не намного. Практически такие же, но чуть-чуть слегка потоньше. Далее, маленькое полотенчико. Очень красивый цвет, 910-455, у меня их 2, я потому что второй набор решила полностью мамульке в новой квартире обновить. Я думала, что ей подарить, я знаю, что она любит полотенца, я знаю, что она их любит еще и штопать. Так, тут с этой стороны нет никаких узоров, и вот тут такой вот узорчик, да, классика такая, классика. Кстати, довольно-таки что-то тут грубое, а само полотенце мягкое и хорошее. Мне нравится ощущение, вот я же мякаю его в руке, ощущение клевое. Так, дальше, артикул 910-453, полотенце для лица, тоже все по 2 штучки. Цвет, могу я вам сказать, очень красивый, прямо красивый цвет, такой пыльная роза, что ли. Так, ну-ка, какой он в каталоге? Кстати, с каталогом, в каталоге он более свежий, да, у меня он более такой, более постельный тон, более пыльный тон, а в камеру он... Такое ощущение, что он какой-то аж бежевый. Вот вы представляете, камера немножко соврала. Я расстроилась, но я вас предупредила. Каталогу больше верьте. Бирюзовая 1 в 1. То есть такой ярко-зеленый, я могу сказать вам. На камеру больше голубит. Он на самом деле он больше зеленый. Цвет идет. Это тоже полотенце для лица бирюзовое. Видите, 2 штучки мне пришло. У мамульки 25 мая день рождения. Я к ней поеду с этими полотенчиками. Вот. Еще такие полотенчики идут, 910-451. Вот они очень хорошо цвет передаются, 1 в 1. Вот я смотрю на камеру, прям идеально. Так, вот эти полотенчики, это которые? А, это жемчужные, да? Так, серо-голубое было. Так, жемчужные, получается, 910-456. Ну, знаете, тоже не совпадает. Тут более такой свежий вид, а тут более какой-то вот... Я бы сказала, что какой-то застиранный даже цвет. Не знаю, как описать. Вроде бы свежий, но он какой-то серый, что ли. Серо-белый, какой-то вот такой, знаете, уже такой не очень чистый, что ли. Не знаю, мне не понравился этот оттенок. Но я все равно заказала все по 2, потому что в каталоге мне понравилось. Дальше. Так, ну-ка давайте эти цвета еще сверим. Ну вот этот 1 в 1. Идеально, да?
получается, так, как у него оттенок, так, 50 на 70, карамельный. Да, карамельный отлично совпадает, да, вот как вы видите, в каталоге вообще не различишь, отлично, просто здорово цвет в каталоге передан, артикул 910-454, я довольна. Ну и я люблю такие спокойные оттенки, клевые оттенки, мне нравится. Так, большое банное полотенце 910-458, тоже клевое такое, на подарки будет здорово. Ну и тут еще два таких вот больших полотенца с цветом серо-голубое, оно называется, но вот для меня оно пыльно-голубое какое-то, нету тут как будто серого оттенка, но такой приглушенный голубой. Артикул 910-461 тоже очень хорошо совпадают, прямо один в один совпадают, поэтому все здорово, великолепно. Так, это у меня получается трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки, размер 152. Мы ее недавно, да, показывали вам уже, но в размере 146. Тут я решила заказать размерчик побольше, потому что сейчас лето, жара, пусть она бегает в нем. Да, таким вот образом, после пляжа в нем хорошо будет пройтись, да, то есть я считаю, что здорово. Да, тут такой рисуночек, красивая и очень даже качественная. Следующая коробка, это такие вот здоровенные банные полотенца 910-459, вот оно. Цвет кремовый, 70 на 140, ну, могу сказать, что очень понравился, на камере он более такой блеклый, к сожалению, на самом деле в жизни он более симпатичный, конечно, да. Но полотенце, качество очень хорошее, мне понравилось, я довольна, вот единственное, вот этим не очень довольна. Но его можно отправить в сад, в огород, куда-то, да. Такое ощущение, что вот мы его долго стирали, и вот такой цвет получился. Не знаю, у меня такое ощущение. Артикул 910-462, вот, да, вот это серо-голубое, я не знаю. Я-то буду знать на даче, например, да, что оно новое. Но такое чувство, что оно не новое. Так, артикул 910-457, это 70 на 140. Боже мой, ребят, как классно будет их дарить новичкам. Какие качественные подарки получают новички. Это просто супер, это просто мега класс. Вы посмотрите, как здорово. Так и захотелось быть новичком. Но с той зарплатой, которая сейчас. Да, и тут все. Там еще у меня 4 коробки. Что успеем, то снимем. Тут у меня артикул 910-458, тоже банная, 70 на 140. Тоже такая вот красота. Боже мой, какая красота. Ну и, конечно, по VIP я беру два продукта с 70% скидкой. В этот раз это драгоценная маска красоты с артикулом 074. Это маска кокон. Идет 40+, глиняная. Она очень хорошо ухаживает за кожей. Вот такой маски мне хватает на 2 раза. Шикарная маска. Наношу толстым слоем от груди до декольте, до линии роста волос на голове. Итак, следующая коробочка. Тут у меня уже свалка мала. Почему? Потому что так получилось, что я очень хотела все попробовать. И, как вы видите, у меня осталось всего 2 упаковки паровой расслабляющей маски для глаз. Вот так вот, да, вот так вот может получиться. Очень понравилась эта маска Кате. Это действительно экспресс расслабление для глаз. В упаковке 2 штуки. Она греет глаза очень комфортно. Нагревается до 40 градусов. Вскрываем упаковку, достаем маску, аккуратно разделяем петли, оставляем маску на 20 минут, расслабляемся и наслаждаемся. И когда я дочке пришла, я говорю: «Катюш, хочешь попробовать?» Она говорит: «О, давай». Вы не поверите, она пришла на следующий день за второй, говорит: «Мам, я снова хочу». Но она там ролики монтировала, у нас марафон «Волна роста» начинается, да, от директорского состава проекта «Фаберлик Онлайн», но все лето у нас будет марафон «Волна роста». Мы как бы, ну, все так клево поработали, все вместе, очень много было созвонов, вебинаров и так далее. И, конечно, глаза действительно устают за компьютером, о чем уж тут говорить. И я мазала новыми каплями «Сигнум», которые у нас появились в компании «Фаберлик», да, от «Сигнума», от «Чистоты», вот, и также вот эту маску здесь. Боже мой, какая красота! Глаза вот у меня лично, они не потеют, но уменьшается отечность, темные круги, действительно разглаживаются морщины, выравнивается тон. Но морщины разглаживаются, знаете, за счет того, что все-таки тепло, оно всегда угоняет все отеки, разгоняет. Также кожа выглядит отдохнувшей, свежей, да, подходит для ежедневного ухода, да, за кожей любого типа и возраста. Сейчас с вами будем открывать эту маску. Вот, прям шикарно. Вот такая красотка. То есть 4 масочки в упаковке идет. Просто прям шикарная маска. Дальше, значит, мы долго думали, что с ней делать. Она уже нагрелась. Мы не понимали, где взять нам
за что зацепиться за уши, и поняли уже потом, что нужно сделать вот так. Вот оно как. И вешаете, да, получается, таким образом на глаза, и она очень комфортно начинает глазки греть. Причем все это получается сухо, классно. Вот она уже прямо очень хорошо так нагревается. И самый в чем прикол, в том, что даже если у вас там где-то глаза вспотели, еще что-то, это все впитывается, вы это все потом выкидываете. То есть просто посидеть в тишине с клевой действительно маской, его можно взять с собой в дорогу, вместо, вот знаете, когда в самолете летите, ну шикарно, сел, уснул, проснулся, маску выкинул. Вообще шикарно, ребята, просто шикарно. Мне понравилась эта идея. Я сразу подумала про поезд, про самолет, когда вот ложишься на полку, ребенок скачет по всем полкам, и ты думаешь, господи, как я хочу поспать. Солнце с глаза светит из поезда, и штору не закроешь, потому что Вике надо смотреть в окошечко. А сидишь, думаешь, вот как хорошо. Напялил беруши, напялил эту маску. Папа за ребенком смотрит или няня, да, а ты спишь, кайфуешь, потом проснулась и сняла и выкинула. Вот такие вот одноразки. Ой, ну для меня лично, в общем, одну упаковку каждый консультант должен взять и попробовать на себе. Вот реально не пожалеете. Потому что, знаете, почему я так на ней подробно остановилась? Потому что, когда я увидела, что это будет в каталоге, я засмеялась и сказала, ну какую только фигню не придумают. А оказывается, это не фигня. Оказывается, это очень классная вещь, которая так хорошо и классно успокаивает вообще разум, глаза отдыхают. И вроде бы какой-то всего лишь разогрев, но на самом деле это не просто разогрев, это возможность отдохнуть даже днем. Вот просто сесть, засечь таймер на 20 минут и просто кайфануть. Причем это можно делать на макияж. И вот я сейчас посидела 20 минут, что вы думаете, я ее просто так выкину, да? Ага, ни за что. Да, то есть вот чуть-чуть у меня отпечаталось теней, но глаза вообще не размазались и ничего не убыло. То есть вообще великолепно. То есть даже если вы накрашены в дороге, пожалуйста, пользуйтесь масочкой. На мой взгляд, оно не повредит. В общем, осталась одна, пока мы тут кайфовали. Одобряю, честно скажу, не пожалела, что заказала много. Дальше. Кухонные весы. Что могу сказать про кухонные весы? Обалденные, клевые, классные, хорошие весы. Fabric Home. Очень удобно. Прорезиненные тут идут ножки. Тут вы, значит, открываете. Батарейка уже была в комплекте. А тут была такая штучка, надо было достать, чтобы оно включилось, да, чтобы весы включились. А есть затаривание. То есть на тару ставите, и все у вас хорошо. В общем, великолепно. Есть также документы, гарантия. Все было очень красиво упаковано в такой вот коробочке, поэтому она подойдет на подарок. Артикул 910-424. Оптимальный вес у них 10 кг. Материал стекло, пластик. Вот. Размер изделия 14,5 на 19,5 на 1,7 сантиметра. У него идет действительно ультракомпактный дизайн. Можно куда-то в виде поставить. Знаете, как книжечки составляете. Его также можно куда-то поставить. Все, он не будет мешаться. Не обязательно для него какое-то отдельное место на кухне. Во-первых. Во-вторых, он действительно четко измеряет вес, объем. Все совпадает. Вот. Точность измерения 1 грамм. Материал платформы, получается, стекло. В общем, классно. Единственное, что нельзя ронять. Я так понимаю, нельзя ронять. А все остальное великолепно. В общем, хвалю. Заказывайте для себя. Заказывайте в подарок. Заказывайте, как вам хочется. Так, эти вам парфюмы я уже показывала. Я их уже заказала. И я еще заказала пробники, потому что у меня их заказали. Честно сказать, не знаю. На мой взгляд, пробники, они слишком однобоко выдают аромат, нежели аромат настоящей упаковки. Вот скажу честно. Я как-то в пробниках разочаровалась. Так, дальше. Еще одна вещь. 5 штук тут в упаковке. Охлаждающий гелевый пластырь для тела. Ну, это просто тоже очень интересная штука. Значит, так вот он выглядит. Давайте с вами смотреть. Он работает сколько-то там часов. Сейчас все это с вами прочитаем. Тоже думала, фигня фигней. Вот извините за сленг в этом видео. Я очень прошу прощения. Я знаю, что меня много смотрит очень грамотных людей, классных и клевых. Вот, скажу вам честно, я подумала, когда открыла, что это та еще фигня. Когда вот оно так вот, видите, прилипало. Но на самом деле оно хорошо прилипает, оно не отпадывает. И в чем прикол?
Оно охлаждает просто обалденно долго, и можно даже в жару, мне кажется, замерзнуть. Прикреплять его можно куда угодно. Ну, если при ходьбе, там, например, внутренняя часть бедер, понятно, он отпадет. Но на самом деле, куда угодно вы его можете прикреплять. Вот я очень сильно трясу рукой, и вот с одного пальца просто он отлетел, и то потому что был приклеен вот тут вот чуть-чуть совсем, да. То есть это невероятно отодрать, вот так вот, чтобы оно отпало. Вот, грязи никакой не остается. И это то самое охлаждение, когда вот действительно спотел. Его можно куда угодно, на спину, на ногу, на спину, на ногу, на руку, куда хотите. Он тоже идет одноразовый, но клеится 8 часов. У нас как раз жара, я сейчас приклею на ногу, чтобы он не мешался, да, то есть и буду так ходить, под платье спрячу. Великолепно, просто великолепно, мне очень понравилось. Значит, тут у нас идет 5 штук, по-моему, в упаковке. А, да, вот тут же подписано. И так он и называется. Охлаждающий гелевый пластырь для тела, мгновенно охлаждающий эффект. Если был какой-то удар, вот мне недавно, не знаю, будет ли красиво, я сейчас вам покажу, да, сделали операцию на ногу, вот она, да, моя нога, у меня заклеена, вот тут вот шов, мне сказали что-то холодное сверху положить, я положила этот пластырь. В общем, отлично охладило, но недостаточно, то есть он не сильно холодит, но вот когда мой муж просидел с этим пластырем больше часа, он сказал: «Ань, я больше не могу, я весь замерз». То есть одно место охлаждается где-то, а мерзнешь целиком, ну прикольно. Да, в жару это будет здорово, на руки можно приклеить, на лоб, еще куда-то. Вот, облегчает состояние при жаре и головной боли, защищает от теплового удара, облегчает, вернее, состояние при солнечном ожоге и действует в течение 8 часов. Вот тут у нас история, когда пару месяцев назад давала очень высокую температуру, несколько дней подряд у нас было 38-39, даже поднимался один день под 41, и у нее начинались судороги. Кстати, магнием, мы ее магнием и вытянули, да? Я вам могу сказать, что я 10 раз подумала, почему эти пластыри раньше у нас не появились. Ну вот почему они не появились раньше? Мне кажется, это очень классное спасение детям, потому что оно не супер сильно мега холодит, так что там кожа онемела, там что там вообще капец, да? Оно действительно охлаждает, но не во вред. То есть вы там не переохладите лоб, не переохладите мышцу. И вот это вот самое-самое клевое. Я бы могла ей хотя бы под коленки на лимфоузлы приклеить, и у нее бы уже температура спала. Понимаете? Она хочет укрываться, я ее одеяло забираю, чтобы у нее температура еще больше не поднялась. Она ругается, она ревет. И в итоге получается черти шо. А если бы я ей их приклеила на лимфоузлы, да, вот под коленками, получается, было бы просто великолепно. В общем, тоже эту штуку одобряю. Буду брать с собой в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Скоро я поеду в 3 страны, в 2 города. В общем, будет здорово и классно. И муж сказал: «Ты смотри, не забудь их». Я говорю: «Ладно, хорошо, я не забуду». То есть вот такая у нас история. Что ж, я хвалю это все дело, я это все дело ценю. И могу вам сказать, что у меня уже девчонки заказали попробовать. Это все не мне. Хочется сказать, что не пришло. Потому что это все мне. Не подумала бы, что я буду хвалить такую ерунду, оказавшуюся не ерундой. Вот действительно, ребят, честное слово. Так, ну что ж, я смотрю, видео уже длинное, а коробок у меня еще 1, 2, 3, 4, 5, и вот это 6-я осталась, поэтому остальное мы с вами снимем позже. Немножко позже, в следующем видео, в следующем ролике. В общем, вот смотрите, сколько я заказала, да, всего, и все не мне. Очень жалко, но я закажу. Да, пока-пока, до встречи с вами в новых роликах.